Знакомство пары произошло в 1957 году. Раиса работала фельдшером в медпункте, а Дмитрий трудился на шахте. Экскурсия от прошлого к настоящему. В фильме показаны три истории любви. Например, семья Семенченко, Раиса Гавриловна и Дмитрий Иванович вместе уже 62 года. А семья Шадровых недавно отпраздновала деревянную свадьбу 5 лет. Олеся и Александр Широковы только встали на путь семейной жизни. Они такие разные, но их всех объединяет любовь. Ну, фильм мы решили построить таким образом, чтобы в нем отразились и семья юбиляров, и отразилась семья молодоженов. И, конечно, в этом фильме еще мы упомянули о той семье, которая 5 лет назад также на аллее новобрачных присутствовала на этой церемонии. Напомним, День семьи, любви и верности был установлен в России в 2008 году. Праздник отмечают в День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Они прославились благочестивой жизнью, делами милосердия и стали образцом супружества. А символом любви стала ромашка. В нашей стране учреждена такая медаль, которая именно вручается 8 июля, в День семьи, любви и верности. Сама медаль представляет образ матери нарисованный, а к ней прилагаются еще две ромашки, потому что ромашка – это символ этого праздника, ромашка – это цветок любви. Фильм «Ромашковое счастье» Центр национальных культур выложит уже в среду в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Посмотреть его и присоединиться к поздравлениям сможет любой желающий. Галина Зорина, Рамиль Аскаров, телерадио, компания «Юганск».